Комитет госконтроля с начала года проверил около сотни ритейлеров. Нарушения зафиксированы в 80 объектах, работа 5 приостановлена. На страже социальной справедливости представители управления торговли и парламентарии. Сперва проверяют молочку, колбасы, крупы и овощи, то, что ежедневно попадает в корзину горожан. От внимательного взора не ускользает ни одна деталь, от цены до ассортимента. В нашем магазине соблюдаются минимальные торговые надбавки на все продукты питания. Ассортимент у нас широкий, от молочных продуктов, колбасные, бакалея, виноводочные. В общем, все группы товара присутствуют в нашей секции, несмотря на то, что у нас всего 75 квадратных метров. На особом контроле детские товары. Парламентарий сверяет предельные торговые надбавки на одежду и игрушки. Нарушений нет. Да и с документами полный порядок. Цены демократичные. Более того, многие отечественные производители идут навстречу покупателям. Бобруйск Трикотаж, например, до конца февраля предлагает скидку в 10%. Бобруйские производители представлены в широком ассортименте в данном торговом объекте, что не может не радовать. И отмечается высокий ассортиментный перечень товаров, и по цене каждый потребитель может найти здесь желаемую, скажем, цену, желаемый товар по своему карману. Проверке подлежит и крупный супермаркет. Выбор не случайный. Магазин в шаговой доступности с широким ассортиментом привлекает покупателей. На этом и могут сыграть владельцы. Нарушений здесь нет. Незначительно подорожали сезонные овощи, но торговые надбавки в пределах нормы. Более того, действуют скидки. Активно идет реклама белорусских товаров. Они представлены на самых заметных полках. У меня еще есть 10% скидка социальная. Ну, так как иногда товары берешь такие. Ощутимо. Например, на яйца вот эти 3 рубля 30 копеек – это ощутимо, конечно. Механизм формирования стоимости товаров в стране отлажен. На некоторые позиции ценник даже снизился. Нет ни пустых полок, ни массового закрытия торговых объектов, ни дефицита продуктов. Ключевая задача госорганов – не ужесточить рамки для работы бизнеса, а исключить завышение цен. Президент четко дает понять – во главе угла – интересы белорусов. И это главное. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.